6 июня, вот уже приехали на первый мостик с разъезда с братьями. Вот загрузили, выгрузили последнюю машину. Вот иначе он загружается. Это Романа, да, ломит. Романа. Вот иначе. Володу, видимо, прятать машину. Надо запомнить, там Володу тоже. Володу. Спрятал клоу. Смотри, прости меня. Залазим. Взялок. И поехали. Так, Никита держит мою лестницу, которую я делал по весне, чтобы переходить можно было через первый мостик. Облака на скотч наделал. Взяли кирпича целого. В хозяйстве. Будут ветки крещи. А? У меня вот впереди ветки, а у тебя нет. Плечо, левое плечо вперед. Поехали. Новую дорогу нашу. Вон Роман-то с машиной возится на спор. А Василий уже вон идет впереди, домой. Кирпич везет Роман. Роману кирпич везет. Роману? Знаете, как сказал Роману? Может, передумал. Я, наверное,
пути, наверное. Наши там гуляют. Игры, школа, хозяйство. Давай с Богом. Ребятишки уже заждались. Вот они наши работники. Молодец, молодец. Игнатий Иванович, камеру вам? Давай, да. Все, выключил? Нет. А лестницу куда? Вставляем тут? Лестницу куда, я не знаю. Наверное, к нам туда. Вот Василий помог очень сильно. Сломником. Куда лестница? Ну а ты сам решил, куда, туда или сюда? Ну как? Ну хорошо все. Думали, 2,5 дня, за полдня поправились. Ну еще 10 надо машин. Ничего не надо, все. А, все что ли? Все на этом, конец. Надо же, не так быстро. А мы на завтра готовы будем. Но 10 мы еще не знаем, что, как будет. Потому что сухая погода и вода понизилась. Ну, если что, звоните, говорите. А, хорошо, спаси Христос. Да, пошел. Да. Давайте. Мы купаться пошли. А с кем? Со мной. Ну, ребятишек, забирай всех. Они за Шарика пошли. Шарик, ага. Шарик. Давайте. Давай. О, маленькая собачка с большим сердцем. Это мои товары. Что тут? Ой-ой-ой. Все, у Романа свали там и все где-нибудь. Вот они, пошли купаться на юже. Это новое озеро сделали. Ну, озеро там такое, маленькое. Все, Володя? Все, сейчас лестницу унесу. Да.